Привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост. Это все еще бесплатные выходные, играю в Halo Wars. Знаете, о чем я подумал? Если не выходить с игры, допустим, таймер закончится и игру надо будет купить. А если ее не выключать? Вот просто запустил сейчас и играй. Ладно, будет видно, что за очки. О, а нахера не надо эти очки? Орда! О боже, еще и новые навыки. Дух огня, алые на связи. Мы в 100 метрах от сигнала Андерс. Серьезное сопротивление. Тут какая-то чертовщина творится. Прием. На движке игры такое, да? Оставайтесь на месте. Высылаю подкрепление. Можно я вот этой тройкой поиграю? Скалы, найдите Андерс. Но будьте осторожны. Да, бля. Неизвестно, на что они способны. Я засекла координаты алых. Отметила их вам на карте. Бля, какая странная база. Это эти штуки сами по себе. This is unbelievable. Чё ещё за хуй-то? А, это эти мои чудики. Как все интересно. Все юниты, да, пожалуйста, все юниты. А это и все мои юниты, ох, хереть как много. Так, этими можно тут плодить. Этими тоже можно плодить, а стоит ли? Это хорошо. Сейчас, если меня не гонят по времени, то мы сперва расстраиваемся, как обычно, а потом страшной большой тусой дирижаблей всех убиваем. Да. Нужно больше ресурсов. Ах ты ж, ё-моё, больше ресурсов. Не хочешь тут побегать? Ух ты, блядь, а что там такое? Побегать, посмотреть, что здесь. Улучшилось? Все юниты. Все, блин, несчастных три юнита. Блок снабжения улучшен. Так, все, годнота, блок снабжения улучшен. Что это такое? Крепость. Может, еще вот этих две штуки построить? Вот тут. А. Будет сделано. Что за тараканы, блядь? Застряли, да, тараканы? Не пойму, что они там. Буди. Тут, конечно, анти. Ух ты, ёпта. Буди. Тут, конечно, много всего интересного, но, блин, страшно тут ходить. Беги, стреляй, умри, молодым. Огонь. Еще один в списке. Будет сделано. Будет жарко. Да? Да. Буди, пошел, пошел. Какой, блядь, пидор по мне стрелян? Что это за такое? Ага, неизвестный рой. Нужно больше ресурсов. Not enough minerals. Блядь. Пидоры, кто там ломает? Ну, тараканы, я сейчас приду. Турель построена. Так, турель, вперед. Гаси тараканов.
Гасим всю эту летающую хероту. Турель построена. Все юниты. Буди. Что-то мало юнитов у Николая. Вепри, блин. Не хочу я в вепри. Вепри. Все юниты. Буди. Вепри, отстой. Я не знаю, ну кого ты тут. Дополнительную противопехотную, да или нет? Пусть этот противопехотную, этот, блядь. Турель построена. Этот будет противовоздушную. Этот рельсовая пушка. А этот хер его знает что. Турель улучшена. Буди, будет сделано. Направляюсь к цели. Базу атакую. Турель построена. Так, ну мы пока отбиваемся. Все юниты. Буди, будет сделано. Турель улучшена. Огонь! А ну с дробаша. Буди. Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. У нас тут разведка малыми группами. Буди. Все. Будет сделано. Буди. Огонь на поражение! Вот так! Будет сделано! Будет сделано! Может, что-то там сейчас да выё. Будет сделано! Буди! Так, ну ничего тут интересного Буди. Я не нашел. Буди! Буди! Будет жарко. Не знаю, что это такое, но надо его завалить. Буди. Будет сделано. Будет сделано. Буди. Будет сделано. Огонь. Будет сделано. Будет сделано. Блять, что-то тут так до хера атакующих. Так, братишки, давайте отступим. Говно базу. Говно базу, бля. Блин, застряли, сука. Давайте на базу, на базу, на базу, на базу, на базу, на базу. Эта штука фигарит. Сейчас один чувак у меня остался. Нормально. Реактор улучшен. Ну и отлично. Нужно больше ресурсов. Да, сейчас мы еще один улучшим, и вообще все будет супер круто. Буди. Так, моя супер мега тактика. Очень долго расстраиваться, а потом страшной тусой пройтись по карте, уничтожая всех и вся. Для этого нам понадобится оружейный завод, скорее всего. Слоны эти. Так, ну тут оборона моя стоит. Это немного пушка дымит. Все юниты. Вау, все юниты.
Надо было тут против воздуха ставить, а не против земли. Оружейный завод построен. Вот и хорошо. Сейчас сделаем средние турели, что ли. Или я не знаю. Авиабаза, да? Все юниты. Все юниты в количестве одного человека. Дух огня. У нас становится жарко. Где там подкрепление? Буди. Ага. Так, я еще и должен это. Понял. Понял, миссию таки можно продуть. Ну, сейчас дирижабли настрою. Буди. Танки мне нафиг не надо. Авиабаза построена. Утю-тю, а чё нельзя? Не понял. Не понял. А чё нельзя этих? Где тут что просрал? Турель улучшена. Может надо это, чтобы еще военная техника была полюбе? Странно. Ладно, давайте сделаем ангар еще. Очень странно. Буди. 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 Будет сделано. Ого, он сдалека валит. Буди. Шухер. Ангар построен. Буди. Не, нифига. То есть реально нифига. Нужно больше ресурсов. Нужно больше ресурсов. Черт, я разочарован. Такое чувство, что я что-то провтыкал построить. Буди. 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 Базу атакуют. Буди. Кто там нас атакует? Ну, давайте нам что ли такое. Все юниты, блин. Изучены жало. Враг атакует. Да? Будет сделано. Огонь на поражение. Шершень, готов. Все юниты. Буди. Буди. Так, все. Заебись. Будет сделано. Блок снабжения построен. Будет сделано. На связи. Что такое? Шершень по земле не стреляет, что ли? Да. Гироскопы развернуты. Шершень будет. По идее, должен. AV-14 пошел. Навигация. Мы летим. Слышь, AV-14.
Почему я не могу мои дирижабли Кирова строить? Казармы построены. Атакую. Очень странно. Нужно больше ресурсов. Мы летим. Ладно, наш бравый отряд. Все юниты. Будет сделано. Шершень в воздухе. Все юниты. Будет сделано. Буди! Буди! Шершень, я пущу. Шухер. Изучена свежая кровь. Шершень в воздухе. Шершень слушает. Выполняю. Я на месте. Ну так я шершень говно какой-то. Гироскопы развернуты. Лечу. Изучены подкрепления. Все юниты. Регенерация подготовки. Лечение целей. Буди. Буди. Шершень в воздухе. Ну такое что-то эти шершни. Они так долго запрягают эти шершни, шершни просто какой-то трындец. Если их дохуя наклепать. Будет сделано. Буди. Кто приказывает, сэр? Обнаружен противник. Шершень готов выдвигаться. Будет сделано. Хотя бы быстро строятся. И то спасибо. Верчу, обмануть хочу. Обидно, что нельзя шерсть немного наклепать. Шершень на месте. Нужно больше ресурсов. Оружие подготовлено. Шершень пошел. AV-14 пошел. Ладно, будем шершнями играть. Шершень в пути. Обнаружен противник. Атакую цель. Цель выбрана. Да так же вы долго запрягаете, это просто какой-то пипец. Пути. Надеюсь, миссия не провалится, пока я тут забавляюсь всякой фигней. Расстройкой. Изучены отражатели. Да. Так, мы теперь крутые. Мы летим. Шершень пошел.
Шершень начал движение. Буди! Мы летим. Лечу. Давай, летим. Цель получена. Шершень готов выдвигаться. Шершень атакует. Буди! Оруние к бою! Изученные запасы. Гироскопы развернуты. Буди! Цель получена. Навигация. Шершень идет на движение. Шершень начал движение. Атакую! Буди! Козырно. Красота. Обнаружен противник. Цель выбрана. В пределах видимости. Координаты получены. Бомбы сброшены. Орудие к бою. Обнаружен противник. Минус шершень. Буди! Будет сделано! Будет сделано! Буди! Буди! Я в пути. Так, братишки, отступаем. Так, медленно так процесс идет. Нужно больше ресурсов. Ну, сколько есть? Мы летим. Буди. Шершень готов. Шершень пути. Регенерация, лечение целей. Шершень начал движение. Эй, можно, конечно, танков нафигачить. Шершень пошел. Нужно больше ресурсов. Атакую. Камикадзе прям какие-то. Шершень в воздухе. AV-14 пошел. AV-14 ожидает. Так, сохраняемся. Я в пути. Шершень готов. Гироскопы запущены. Шершень в пути. Шершень готов выдвигаться. Шершень идет на сближение. AV-14 пошел. Обнаружен противник. Шершень на месте. Шершень слушает. Шершень. Та шершень же, блин. Шершень атакует. Буди. Не знаю, в чем дело.
но штука дернулась, как будто ей больно. Да. Сразу после уничтожения колонии эта штука заметно ослабла. Мы встретили несколько этих тварей. Нужно уничтожить их, чтобы ослабить ту, здоровенную, перед атакой. Даю координаты. Атакую! Давай. Шершень атакует. Погрузите в спячку. Шершень идет на сближение. Будет сделано. Атакую цель. Мы летим. Так, что я могу сказать? Население уже достигло максимума. Кабаны, а? Тут типа базу можно построить. Пути. Шершень начал движение. Шершень взлетел. AV-14 пошел. Обнаружен противник. Ну так гаси. Шершень готов. Атакую. Шершень атакует. Шершень готов выдвигаться. Да? Буди! Буди! Гироскопы запущены. Жду приказа, сэр. Что приказ? Приказ простой. Собраться адской толпой и всем дать пизды. AV-14 пошел. Да ты смотри, они возрождаются, суки. Гироскопы запущены. Мы летим. База улучшена до станции. Ну, улучшайся, улучшайся, база. Что за... Что за нахер эта штука снова выросла? Тут надо оставлять тогда спецназ. Убивайте этих тварей. Большая тварь ослабевает. Ага. Блок снабжения построен. Гироскопы запущены. Турель построена. Пути. Блок снабжения улучшен. Шершень в пути. Я в пути. Блок снабжения построен. Турель построена. Okay.
Блок снабжения построен. Так, сейчас. Сейчас мы тут как, блин. Спячки, да? Турель построена. Будет сделано. Блок снабжения улучшен. Блок снабжения улучшен. Понятно. Оружейный завод, блин. Изучен адреналин. Турель улучшена. Понятно, эти штуки возрождаются сами по себе, все понятно. И надо возле них желательно оставить бы кого-нибудь. Гироскопы развернуты. AV-14 пошел. Навигация. Атакую цель. Обнаружен. Оружейный завод построен. Шершень пошел. Шершень идет на сближение. Атакую цель. Шершень начал движение. Атакую. Цель выбрана. Ты ж херота, ну иди сюда, сучка. Враг атакует. Улучшена ковровая бомбардировка. Уничтожайте другие колонии. Первая восстанавливается. Да мы поняли, блин. Что опять? Почему вы им не лежать спокойно? Их же убили. Буди. Как это она восстанавливается? У меня все под контролем. Снова окрепла. Да, буди. Буди. Что ты там базаришь такое, восстановилось? Атакую. Орудие к бою. Ирак атакует. Враг атакует. Враг атакует. Население уже достигло максимума. В пути. Иду на движение с противником. Шершень на месте. Атакую цель. Шершень идет на сближение. Так, это все, конечно, интересно. Улучшена ковровая бомбардировка. Лечу. Изучена артиллерия. Учитывая, сколько у меня бабла, можно изучать все. Реактивные гранаты. Шершень идет на сближение.
улучшена ковровая бомбардировка. Изучена картечь. Получено. Обнаружен противник. Атакую цель. Интересно это все. Выполняю. Навигация. Атакую. Шершень атакует. Одна из колоний восстановилась, и здоровая тварь снова окрепла. А. Вот падла, да? Уйди. Лечу. Иду на сближение с противником. Шершень начал движение. Цель выбрана. Население уже достигло максимума. Да. Изучено защитное покрытие. Колян уже не знает, что тут изучить можно. Население уже достигло максимума. Обнаружен. Одна из колоний восстановилась, и здоровая тварь снова окрепла. Махач, бля. Изучен гранатомет. Изучен медик. Цель получена. Изучен зал. Эти стебли уничтожаю, не пойму что. Население уже достигло максимума. Да. Шершень готов выдвигаться. Можно было эти штуки тут пооставлять, они тут тогда ржали пехоту и не давали бы ей там возрождаться. Ну да. Одна из колоний восстановилась, и здоровая тварь снова окрепла. Да ничего страшного. Изучена пушка Гаусса. Шершень идет на движение. Шершень атакует. Шершень в пути. Шершень пошел. Изучен бронебойный снаряд. Шершень в пути. Враг атакует. Атакую. Риген, лечение целей. Шершень начал движение.
Шершень в воздухе. Да, коцанный, перекоцанный. Изучен ракетный залп. Кстати, по поводу ракетного залпа. Шершень пошел. Сейчас мы тут всех их перегасим. Я в пути. Гироскопы развернуты. Цель выбрана. Цель получена. Базу атакуют. Неужели там так атакуют, что прям отбиться не могут? Одна из колоний восстановилась, и здоровая тварь снова окрепла. Да ничего страшного. Я просто не успеваю везде. Население уже достигло максимума. Что это еще такое? Ты глянь. Гироскопы запущены. Вы очень вовремя, ребята. AV-14 пошел. Сигнал Андерс пропал. Может, эта штука создает помехи? Где эта штука? Одна из колоний восстановилась, и здоровая тварь снова окрепла. Готов. Шершень начал движение. Непонятно. Отлично! Они все умирают. Это и была здоровая тварь? Капитан, после смерти этой твари появился новый сигнал с востока. Андерс превратилась в мутанта? Черт, это точно не StarCraft? Так, ладно, братишки, спасибо за внимание. Вот такая она была, миссия номер 9 Орда. Ну, приступаем к миссии номер 10.